Жители Франции выражают глубокую скорбь в связи с гибелью троих известных в стране спортсменов. 9 марта 25-летняя олимпийская пловчиха Камиль Мюфа, 57-летняя мореплавательница Флоренс Артот и 28-летний боксер Алексис Вастен разбились в результате столкновения в воздухе двух вертолетов. Инцидент произошел в Аргентине во время съемок реалити-шоу. Помимо французов, погибли еще 7 человек, включая пилотов и участников съемочной команды. Я думаю, мы все затронуты тем, что произошло с этими спортсменами, которые посвятили себя Франции, которые нас представляли. Это трагическая новость. Я не знаю, в чем была причина, может быть, проблема с мотором, но, похоже, это судьба, и она затрагивает всех, будь ты известна или нет. Не стало трех известных спортсменов. Если подумать о Флоренс Артот, то она в прошлом много рисковала, и с ней случалось много удивительных историй. Так что это ужасно. Тоже и в отношении молодых. Как сообщается, спортсмены принимали участие в съемках французского шоу «Дропт», герои которого выживают в экстремальных условиях. По сценарию их оставляют вдалеке от людей, и они, используя свои навыки, пытаются добыть себе пропитание и построить жилище. Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Пловчиха Камиль Мюфа – олимпийская чемпионка 2012 года. Специализировалась в плавании вольным стилем на средних дистанциях. Карьеру спортсменки завершила в 24 года. Боксер Вастен завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине в 2008-м. Артот была одной из первых женщин, которые достигли небывалых успехов и мировой известности в мореплавании.